Всем привет, друзья! И сегодня у нас на обзоре будет интересная такая марка сигарет под названием 4 двойки в новом исполнении. Значит, вот так вот они выглядят сейчас. Но если вы помните, раньше они были в белой пачке. Вот с августа этого года крымские сигареты обновили дизайн. Вы видели уже новую хортицу у меня на канале, в обзор есть. 4 двойки также преобразовался. Я считаю, что молодцы они, у них дизайны стали кошерные. Прям, ну, намного лучше смотрится, чем вот то уныние, которое было в хортице и в, соответственно, 4 двойках до редизайна. Да? Во-первых, все выбито. Здесь написано Red Label, значок такой. 4-2 выбито. Сама пачка, она в таких, как бы, видите, треугольничках, пупырышках. Тоже они прощупываются, это круто. Сверху вот здесь тоже выбито. Ну, реально, сделано очень добротно. Цена такая же, как и на Хортицу, 100 рублей, август 2020 года. Вот, снизу МРЦ. Ну, то есть, бюджетные сигареты. Значит, табачная компания Пепел. Это оригинал, это не дубль. Смотрите, здесь у нас 2 П и 2 Л. Дело в том, что на дубле... на конце 2-1-L. И вот как мне один подписчик рассказал, что там как бы есть Крым, а есть еще какой-то филиал. Вот в одном пишут 1-L, а в другом 2-L. Но, видать, они сами просто не могут разобраться, неграмотно, я не знаю. Вот, но самое главное, в общем, 2P и 2L должно быть. По крайней мере, сигареты с 2L и с 2P, они хорошие, вот та же Хортица. И вот эти, как бы, я уже курил, тоже заранее скажу, нормальные. С 1L, вот. И еще, советую, если вам интересна крымская линейка, советую Хортица, вот, 4-2. Сейчас именно приобретать в таком дизайне, потому что... дубли идут именно в тех старых дизайнах. Вот дублей в таком дизайне пока что нет. Пока что нет. Но я думаю, что скоро они и появятся. Вот. Понятно, да? Все-таки Крым, видать, дошло. Они вот не просто так сменили дизайн и усложнили его. Он был максимально простой. Тут как бы уже видно. Значит, ну вот, я показывал, да? Внутри у нас выглядит следующим образом. Давайте посмотрим. Сама сигаретка пробковый фильтр имеет. На ободе написано 2, 4 двойки и Red Label. Перфорации я не вижу. Набиты сигареты, ну, в принципе, как и Хортица, так среднеплотно, я бы сказал. Запах такой же, как и Хортица, абсолютно. Сладко-табачный. Нормально, приятно. Давайте закурим. У них два вида, это красная и синяя, соответственно, красная это самая легкая, ой, самая крепкая, которую мы сейчас курим, а синяя это легкая версия, ну, как и у Хортицы есть, синяя и красная. Значит, что я хочу сказать, внутри много жилы присутствует. Да, но это сигареты за 100 рублей, а что вы хотите? Это акцизные сигареты, без жилы тут никуда. То есть набивка тут нечистокровная, конечно же. О чем тут можно говорить? Но табак здесь, в принципе, неплохой, я хочу сказать, за эти деньги. Да, и я 4 двойки не курил в белой пачке. То есть до этого я вообще эту марку не курил. Многим она не нравится, многие говорят, что это сигареты для бомжей. Ну, скорее всего, потому что вы курили именно сигареты дубли, потому как у нас, я не знаю, как у вас там в регионах, но у нас Крым это дубли в основном. В старом дизайне вот двойки, вот эти Хортицы, Белое Солнце, все дубли, просто сплошной ком. Поэтому я купил именно в обновленном дизайне, так как я понимаю, что они еще дубли не делают на такие, на таком дизайне, вот. Крепкие сигареты, крепость прям чувствуется сразу же, с первой же затяжки. Понимаешь, что куришь крепкую сигарету, ну, где-то 0,8 никотина я дам, по ощущениям.
вкус у них сено немножко чувствуется, сладость Вирджинии. Немножко чего-то такого печенья хлебного, ну, сдоба какая-то, да, в привкусе такая остается. Максимально простой вкус, похожий на Хортицу, но я вам хочу сказать, что Хортица лично мне, ну, это опять же субъективно, понравилась больше, чем данные сигареты. Все-таки они, ну, как-то не похуже, что ли, я не знаю. Плюс-минус одинаковый табак, но Хортица все-таки поприятнее как-то идет, и вкус понасыщеннее будет, вот. Но в остальном же они очень сильно на них похожи. Приятный запах, то есть портками какими-то, носками там не воняет. Нормально. Ну, по смоле видите сами, дым достаточно плотный. Не душат, не першат, не режут. В общем, курить их комфортно. Конечно, жила дает такой привкус, горчинку небольшую. Но не постоянно, не на протяжении всей сигареты. Видать, когда именно жила попадает и начинает леть. Немножко горчинка такая, но это не на постоянной основе привкус такой. В общем, что я хочу сказать. Это вполне себе нормальные сигареты. На безрыбье, как говорится, сойдут. Можно их покурить. Но я вам советую Хортицу все-таки взять. Хортица в новом дизайне будет лучше, чем эти сигареты. Вот, ну больше добавить нечего. То есть блевать с них не хочется, плеваться там, орать, что химия дикая. Нет. Нормально. Здесь как бы соусов особо нет. Здесь, ну, такой простенький табачок. Такой, немножко сеном разбавленный. Ну, крымским. Крымское сено я его называю. Нормально. За эти деньги вполне себе. Из акцизных, как бы, сами понимаете, у нас в акцизных сигаретах табака вообще мало где найдешь его. Вот, ну тут хотя бы что-то есть. Вот такая вот у нас пачка. Спасибо за просмотр, друзья, и всем до свидания.